Привет-привет, с вами канал Ковидаки. Сегодня я хочу снять вместе с вами видеообзор вот такого вот внутреннего фильтра для аквариума. У меня одно видео есть насчет фильтра, я его снимала еще в конце ноября 2016 года. Тот фильтр был от фирмы Сан-Сан, и он у меня накрылся. Сейчас у нас июнь 2018 года. В принципе, полтора года он стабильно отработал, и что-то пошло не так, и все, пришлось покупать новый фильтр. Я покупаю для черепах. Многие пишут, что черепахам фильтр не нужен. Я с вами соглашусь, но также черепахи имеют свойство линять, плюс ходят в туалет и не помешает фильтрация воды, и тогда аквариум убирается намного реже, а не каждые 2 недели. Меня впечатлила коробка в этом фильтре. Она более крупная, чем в фирме Сансан, и мне стало интересно и также поделиться вместе с вами. Так, это фирма Ресан. Я взяла, уже попробовала. Фильтр идет Маги или Мэги 700. Так, 700 литров в час воды прогоняет и рассчитан для аквариума 60-150 литров. Хотя, хочу вас огорчить или обрадовать, что везде на сайтах к такому показателю фильтра пишется 70-250 литров аквариум, а на самой коробке 60-150. Ну, у меня в аквариум заливается 87 литров, меня устроит и такие показатели. Слава Богу, что в пределах. Ну что, давайте теперь откроем, ознакомимся с фильтром, посмотрим его, наверное, впечатляющие размеры. Так, это у нас что? Это у нас гарантийка. И ого! Действительно, вы посмотрите, какой большущий фильтр. Очуметь! Какой он огромадный! Ну, в принципе, у меня аквариум тоже не маленький. Да, ух ты, класс! Рассмотрим сначала эту внутренность нашу. Это идет коробочка такая. И внутри, наверное, уголь. Точно. Уголь в таком вот мешочке. Очень интересно. Не будет забиваться мусор через мешочек. Классно. Мне уже нравится этот фильтр, потому что очень вместительный такой. Контейнер идет для угля. Дальше у нас что здесь? Снизу снимается или не снизу? Потому что в Сансане снизу снималось. Но ничего, мы достанем через верх пока. Дальше потом будем разбираться. Ух ты, какая губка! Очень пористая. На камеру не могу передать. О, вот. Поры очень большие. Так, вот такая вот идет губка. Мы сначала ее. Так, и вернем назад наш. Так, здесь у нас что? Моторчик. Моторчик. Присоски такие, вы знаете, добротные, хорошие. Потому что черепахи очень любят внизу под фильтром тереться панцирем. И тот фильтр, который у меня был, Сансан, они умудрялись его снимать. Там присоски были очень маленькие. А тут такие присоски, вы знаете, добротные. Так, вся характеристика вот есть также на самом фильтре. Так, и максимальная температура 35 градусов. Ну, в аквариуме у меня 25 градусов. И посмотрим,
Что у нас здесь еще? Еще так, ножничек я с собой не взяла. Я не думала, что надо будет что-то такое открывать, поэтому хороший метод. Разрываю пакет. Ух ты! Что у нас здесь? Вот такой шланг для воздуха выводить. Также вот есть для ротации воды, или как оно там называется правильно. Так, и это еще две присоски. Это, наверное, чтоб вот так тоже до аквариума крепилось. Ну, посмотрим. Мне эта штука реально не нужна. Я обычно пользуюсь шлангом, который выходит из аквариума. Так, и что, куда у нас тут прикручивается? Наверное, вот сюда вставляется. Класс. Так. И, кстати, вот эта крышка не будет... А, нет, все равно слезает. Я думала, что не слезет. Так, раз оно так закручивается. И. Это же надо разбираться еще. Это, наверное, вот так вот как-то. Ну, честно, не подготовлена, потому что купила, только курьер доставил и сразу к вам. Так, это, наверное, вот сюда. Ну, надо разбираться, честно. Я не знаю, что куда тут вставляется. Так. Меня, конечно, больше интересует вот этот вот шланг вставлять. Это, наверное, вот так. И вот так. И так. О, я сейчас... Сейчас кто смотрит, смеется с меня. Что она крутит? Ну, я не знаю. Честно, инструкции нету. Вот в чем интерес весь. Инструкции нету, как его собрать. Вот такая вот получается немножко головоломочка у меня. У меня такая головоломка получилась. Ну, будем смотреть, что, куда, чего засовывать. Но это явно для шланга. Вот сюда вот как-то. Как? Или не сюда. Ой, что, ребята, хочу сказать. Надо разбираться. Но это явно снимается. Давайте я разберусь и вернусь и покажу, что у меня получилось собрать в этом чудо-фильтре без инструкции. Итак, крутила-вертела-вертела-крутила. Единственный пока способ — это так, как нарисовано на картинке. Сначала мы берем вот эту детальку, прикручиваем вот сюда. Вот так. А дальше одеваем вот такой вот изогнутый переходничок и вставляем вот эту вот часть. Две присоски, наверное, идет к стеклу. И при работе через дырочки сюда идет вода, фильтрация. Вот такой вот вариант. Но для моих черепах, я вам скажу, такой вариант не подходит. Они лазят, и они его, вот эту вот всю конструкцию, чухая свой панцирь, они ее очень быстро поломают. Поэтому я сейчас продолжаю думать, крутить, вертеть, как же мне применить вот этот вот шланг, трубочку, чтобы выходила на поверхность. И сейчас что-нибудь соображу и вернусь к вам. Второй способ оказался проще, простым.
Готово. Нужно всего лишь вот эти вот две детальки. Итак, мы прикручиваем вот сюда. Оказалось проще простого. Теперь вот эту фишечку, ее нужно снять. Вот так. Это не нужно. И мы одеваем вот сюда. Плотненько до низа. Все. И теперь, когда фильтр будет работать, сюда будет выходить воздух, фильтрация, да, водички. А это я из аквариума достаю, так как у меня и работал фильтр Сансан. Вот такая вот оказалась простая и легкая конструкция, которая меня вполне устроит. И черепахам не будет вот это вот все мешать. Не будет, не будет, не будет. Вот такой вот, в принципе, обзор у меня получился на фильтр. Если у вас есть какие-то еще идеи, как можно сложить чего-нибудь, пишите в комментариях. Надеюсь, мой обзор и два способа крепления выходов, да, всяких вот этих вот прибамбасов в аквариуме. Кому какой способ нужный, тот такой и использует. В принципе, фильтр мне пока нравится. Правда, я не знаю, как в нем можно отрегулировать подачу, да, вот сильный поток или маленький делать, как есть во многих фильтрах, но в этих я смотрю, что нету. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо вам большое за обзор. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал Кувидаки. Буду радовать вас всякими своими видео. У меня много плейлистов. Рекомендуйте канал друзьям. Не забываем ставить лайк и до новых встреч. Пока-пока.